Всем привет! 24 июня 2024 года состоялась премьера 16-серийного сериала под названием «Приставы». Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. В центре сюжета Егор Грачев. Он возглавляет отдел судебных приставов. Каждый день он и его коллеги возмещают ущерб и выбивают долги. Егор видит, что закон и справедливость не всегда идут рядом, поэтому он часто действует не по инструкции. Он помогает фигурантам дела выйти из сложных ситуаций. Как человек он очень принципиальный и настырный. Из-за этого у Грачева часто возникают проблемы с отделом, который противодействует коррупции. Некоторые пытаются подставить сотрудников, и для этого они используют свои ухищрения. Ко всему этому у Егора есть еще личная неприязнь к начальнику соседнего отдела. А все потому, что они оба влюблены в Катю. Но несмотря на все испытания и сложности жизни, Егор и Катя тайно поженятся, скрыв от всех это важное событие. А после росписи их будет ждать сюрприз от Ильи. Что именно это будет, узнаем, посмотрев данный сериал.